World. Ну и последний бой у меня в этом турнире, 20-й, который я, блин, слил. То есть, если бы я выиграл этот бой, я бы занял уверенно топ-3, отыграл бы без сливов. До хрена жиров было в сети, но как бы я плюнул. Как обычно, мне же не сидится. То есть, многие отсиживаются, не идут, когда играет кто-то более сильный. Ну, я крутнул, то есть, было там 4 или 5 сильных конфов онлайн. Ну и вот дали, получается, я так понимаю, самого жирнющего. Был еще вариант поймать жирного сопра, но дали именно конфу. Пошел, значит, сбор ресурсов. Опять же, здесь вижу тайфунов, то есть он, видимо, с развертки начал на производстве делать. Он не стал собирать ресурсы, самое интересное, ребят. То есть он тупо на производство сел и херачит тайфунов. Я думаю, блин, что за рак такой? То есть ресы не собирает. Уже интересно, да, стоит задуматься. Циклоны меня как бы вообще не напрягают, потому что я два завода спецмашин ставлю. То есть я только рад, когда вижу, что кто-то начинает спамить стрекоз или циклонов. Потому что это тупо слив ресов, если есть два завода спецмашин. Произвелось у меня уже два вертекса. Едет его вагонетка. Моя задерживается, как обычно. Ну, циклоны, молоты, тайфуны, то есть, ну, плюс-минус все зеркально, думаю, ну, все, окей, думаю, блин, я уже, честно, в натуре топ-3 потрогал, потому что я вижу, что я делаю вертекс фаун циклонов, думаю, победа за мной, тут появляется одиночный вертекс, циклоны, естественно, он сливает, это слив ресов, как по мне, вагонетку я ему выбил, пытаюсь вертексами здесь нанести урон по наземке, чтобы он ее здесь не сильно скопил. Моя вагонетка заезжает, тут до заказ, думаю, ну, easy win. Пытается он опять же здесь вертексами выбить все это дело, но ничего не получается, потому что здесь 4 тайфуна, я еще 2 сделал. Поднимаем сюда своих вертексов, и тут вот я уже насторожился, выехал щит, плюс зевсы. Я еще не апнулся ни до того, ни до другого, пытаюсь выбить щит. 5 вертексов, не ваншотнули. Я понял, что здесь жиробасик. Не хватает маневренности. И товарищ у нас получает первый луч, получает сразу в центр и лишается завода спецмашин. Добираем ему тайфуна, добираем щит. Вроде все неплохо. То есть на земке вроде у меня больше, пусть у него и зевсы производится. Но он уже получил, лишился завода спецмашин. Это ресурсы. Слил ресы на циклоны. В общем, пока что я в преимуществе. Плюс он не собрал ресы на старте. Здесь, разумеется, я срочно выхожу до щита, срочно выхожу до зевсов, потому что голыми молотками против зевса щита играть такое себе. Приезжает сюда грузовик, у меня уже 8 вертексов, ничего у него не получится с захватом этой точки явно. Значит, выбиваем. Здесь увидел циклона, решил его забрать. Летит он, значит, в 3 самолета, ни один мне еще не сбивает, летит под все ПВОхи. Вот первый самолет у меня упал, он отступает, но у него все тоже разбито. Тайфун всего лишь один, то есть он видит, что у меня там 8 самолетов, но он пока что не делает особо упор. Да чё, как висит-то, блин, все. И вот выезжает эта херня, блин. То есть он тупо на голд снабжении, забив на все ресы, забив на то, что он луч получил, то, что сейчас получит, в принципе, второй, тупо выходит в героя 3-го уровня. И вопрос, чем его контрить с конфы. То есть я видел, Ворос выкладывал, он в принципе не отрицает, что конфа на конфу, если у тебя нет соляры, а противник играет солярой, то это чит, который не контрится. Пытаюсь вертексами отработать по тайфунам, лишить наземки, то есть оставить этого соляриса без прикрытия хоть как-то. То есть я вижу, что я пока что переигрываю по экономике, плюс контроль сейчас за мной, он сейчас получит второй луч. Выбиваю потихонечку этих тайфунов, то есть по зевсам накидываем, в то время как я пытаюсь их произвести. Вот выехал щит, выезжают потихонечку зевсы. Получает он луч, получает во фланг. Это не критично, самые беспонтовые удары. Молотками лезть на соляру — идея не из лучших. Ну, может быть, здесь, конечно, и надо было пробовать что-то, вот как-то его сразу здесь оставить, этого соляриса, вообще без прикрытия, чтобы ни зевсов, ни тайфунов там у него не было. Не знаю, ребят.
В общем, пытаюсь сыграть от этого фланга, гоню сюда зевсов. То есть на центр я вылезать не хочу, потому что здесь будет тупняк, плюс соляра будет с этого бугра накидывать по вашему зевсо-щиту. То есть в прямое столкновение я с ним вступать особо не хотел. То есть меня тоже поймите. Последний бой в турнире. Решил забрать с этого фланга тайфуна. Одного забираем. Вот приезжает соляра, накидывает, так как он стрелял издали. По большому счету он ничего не убил. Залп четырех вертексов, ну, процентов 5 мы сняли. Это с тем учетом, что он без щита, и не сильно я получил от тайфунов. Отступаю, потому что, ну, зевсов у меня еще недостаточно. Здесь надо было полностью уйти, наверное, вот сюда вот на центр. Слишком кучно я здесь встал, получаю. И зевсы накидывают. Пытаюсь выбить вот этих тайфунов плюс зевсов, то есть, ну, лишить прикрытия. Тут еще два тайфуна, то есть он, видимо, поставил чуть больше заводов. И, короче, здесь опять все эти вертексы разлетаются из-за этих нововведений. Он уехал из щита, но у меня щит, к сожалению, сел, приходится мне отступать. То есть зевсов мы его лишили, соляра начинает догонять, потихонечку добирает. Я решаю забрать этих тайфунов, ничего не получается, то есть жирнющий игрок. Потерял еще два самолета, надо было отступать. Ну и прилетает, короче, по мне, прилетает в центр. Минус завод спецмашин. Решаю вывалиться через центр, попробовать здесь до заказ убить. То есть там-то не сильно много всего осталось. Соляра, несколько зевсов. Вываливаемся, молотки начинают принимать урон. Соляра дает залп, то есть снимает, блин, там 65 где-то процентов у щита фулового, включенного щита, плюс там у зевсов 50% где-то она сняла. Щит не включен, то есть у товарища идет недоконтроль постоянно, лютый, в принципе. То есть он упор сделал вот чисто вот на это. И, видимо, ему этого хватило, чтобы отыграть 20-20 без сливов. Опять авторазворот, когда вертекс решил, что лучше развернуться через ту базу, а не через свою. Пытаюсь вертексами дать по этому солярису, но вижу, что это беспонтовое занятие. То есть зевс у него всего 5 штук. Ну и плюс солярис, остальное все тайфуны. То есть летать он не умеет, это видно. То есть он их сливает постоянно. Эта херня накидывает. Отступаю, потому что щит сел. То есть, ну, смысл мне там в 3,5 зевса стреляться против соляры и 5 зевсов. То есть пытаюсь отступить, набрать чуть больше армии, дождаться там щит или еще что-то. Ну как-то здесь попробовать встретить более удачно. Пытаюсь выбить эти зевсы для начала, потому что они тоже урон хороший накидывают. Щита нету, то есть он не включен. Тайфуны не раскладывают. Просто кучкой заехал, накидал. И здесь он отступает. Ну и здесь как бы все. То есть соляра ему дала огромнейшее преимущество, в принципе. Пытаюсь здесь, конечно, захватить, но он пригоняет тоже сюда свою эту фигагу. Сбиваем ему последний, я так понимаю, самолет. Выбиваем тайфуна. Ну, вагонетку я ему сейчас тоже убью. Сейчас будет очередной прикол. Не хватает маневренности, как обычно. Приходится делать лишний круг. То есть я бы уже бы отступил, в принципе. По итогу из-за этой фигни сливаю первого вертекса. Здесь начинаю фокуситься по нему. Один самолет сбиваем, и я теряю еще второй вертекс. То есть, опять же, из-за нововведения. То есть сколько самолетов я уже потерял за этот бой? Штуки 4-5. Изумительно помогает эта функция игрокам. Так, в общем, он сюда заваливается зевсами. Они у него растянуты, они у него без щита. Я стою в приеме, то есть одного уже убил. Начинаю догонять, выбиваем второго. Ну, практически выбиваем. Здесь накидываем по третьему. То есть вроде как-то что-то пытаюсь тут подловить его на ошибках, выиграть себе преимущество. Два зевса забрали, забрали без потерь. Приезжает соляра, минус один зевс. И у двух остается, ну, прям вот на тычок от пехотинца. На нахер пассивкой. То есть три зевса он уже забрал в соло. Они фуловые были, под щитом. Три. И издали накидывает. Там тайфуны, то есть вертексами лететь сюда смысла нету. То есть приходится опять же отступать. Я не могу вылезти на центр. Сюда он просто вот двойным тапом присылает тайфуны. Ничего не раскладывает. Тупо катается и все. Пытаюсь захватить на этом фланге вагонетку, то есть решил отправить на другой, попытаться его обмануть. Отправляем сюда вертексов, понимаю, что вагонетка смертник, но хотя бы может авиацию ему выбью. Выбиваю штурмовиков, отступаю. Будем сейчас ловить его авиа.
Захватится все-таки, скорее всего, эта точка. Выбиваем ему самолет. Точка, да, захватывается. Выбиваем ему второй самолет. Эти сейчас от тайфунов, от ПВО он потеряет, я так понимаю. Нет, улетел. Тут я отступил, потому что, опять же, тут эта фигня приезжала. Так, летит у нас луч. Насколько жирный игрок тоже. То есть электростанции, все заводы, все уцелело, короче. То есть толк от этого луча. Ну и летит по мне. Летит, слава богу, во фланг, а не в центр и не по штабу. Иначе тут половину подохло бы. Да что ж все как лагает даже на записи-то, а? Вертексами, значит, он залетает. То есть смотрит, что к чему. Я так понимаю, зевсов у меня больше. Потому что, если я правильно понял, он играл через один завод вообще зевсов. Приезжает Солярис. Щита нету, ничего нету. Опять же, херачит. Ну и здесь просто он его здесь просто подарил. Без щита, без всего, в лоб приехал на 13. Здесь их изначально 13 зевсов было. И то он сколько жил. То есть я принципиально зафокусился на него, потому что он сделал на самом деле здесь отличнейший подарок. Но опять же, ремонта нету. Зевсы уже все разбитые. То есть я вроде, конечно, понимал, что это единственный, наверное, сейчас будет шанс. Но щиты высажены, тайфунов к этому моменту уже не осталось. Вертексом я здесь помочь не могу, к нему подъезжает дозаказ. Щиты, естественно, высаживаются, то есть о чем я и говорил. Ну и все, то есть приходится отступать. Зевсы каличные подыхают, минус 3 штуки сразу от вертексов. И по итогу вроде я выиграл численное преимущество, и сейчас я его опять потерял. Поднимаю свои самолеты, дабы попытаться здесь как-то что-то сделать с ним. Пытаюсь захватить очередную вот эту точку. Начинаем фокусить вертексов. Так, пару самолетов ему без потерь забираем. А он здесь захватил эту точку. И сейчас по мне прилетит луч. Куда он к нам прилетит? Летит он, значит, по авиазаводам. То есть не успеваю я поднять авиацию. Минус 4 вертекса, аэродрома, авиазавод. И плюс почти завод зевсов. То есть отлетает. Это очень существенно. То есть все. Отсюда начинается начало уже полного конца. Потому что потерять 4 самолета — это очень-очень плохо. Ну и плюс авиазавод. Встал, значит, от обороны. Пытаюсь, опять же, здесь как-то что-то аккуратно все это дело сделать. Он пригнал сюда вот зевса, дабы контролить этот проход. Сейчас мы его заберем, потому что вагонеточка у нас тоже едет. Значит, забираем вагонетку, отправляю назад, потому что он сейчас вертексами сюда полетит ее выбивать. Он уже понял, что я еду сюда. Поэтому отправляем ее поближе к ПВОшкам. О чем я и говорил. И прилетает очередной луч. То есть выбивается. Благо авиации я, по-моему, успел часть поднять. А может, не успел. Не помню. Ну, короче, выбивается второй авиазавод. Плюс аэродромы. Остался у меня один. То есть, ну, два вот так подряд удара. Чисто по авиации. И лишили какого-то вообще преимущества меня в этом бою. Снова приезжает эта дичь. Просто опять, блин, активка под щитом. Фактически ваншот там 3-4 зевсов. Плюс одного щита. И все, он отступает, сваливает. То есть чем его там контрить? Он под тайфуны заехал, и все. Целый день сегодня спорил в Дискорде с разработчиками, что, ну, слишком имбовая херня получилась. Мобильная, дальнобойная. Еще хрен с ним там, сопрано-сопру, я могу понять. Но конфа на конфу, блин. Как мне ответили... Если у тебя нету более прокачанного героя, то, вероятнее всего, тебе законтрить нечем. То есть, прекрасно, я в этом бою был обречен изначально на слив. Тупо из-за того, что чел купил Соляриса. Ну и прилетает здесь очередной луч, прилетает по штабу, сносит мне нахер здесь оставшиеся заводы. Здесь он уже вообще баловаться начал Серафима, он прямо его сюда загнал. Было здесь 5, по-моему, или 6 тайфунов, плюс 2 ПВО на голд воздухе, то есть он залетел. Посмотрел прямо вот до сюда и улетел. То есть насколько у него прокачан Серафим, я не знаю. Соляра у него оказалось фулл 5 класс. То есть я с ним списался. Мне интересно просто стало, насколько прокачка у него хорошая. То есть игрок реально жирный оказался.
Не могу сказать, что он шибко хорошо играет. Ну, нормально он сыграл, но как бы реса не собирал. То есть вначале, ну, все видели, я думаю. Понимая, что все, ну, делать больше нечего, пытаюсь вывалиться сюда на центр, выбивается первый щит. Я пытаюсь выбить его щит. Эти уже севшие, ну и здесь все как бы атака захлебывается, плюс вертекс ему помогает. Я, конечно, тайфунов здесь выгнал, сейчас разложим. Подъезжает еще соляра. Сейчас, наверное, будет залп. Ну и все здесь, короче. Все готово. Наземка сдохла вся. Успел я убить, по-моему, один. Успел убить один щит. И здесь я сейчас сдаюсь. Обидное поражение. Даже с таким преимуществом в начале. То есть он пропустил, я говорю, два луча, не собрал ресы. Плюс подарил довольно-таки много авиации, сделал бесполезных циклонов, в принципе. То есть, ну, ресов он реально, он очень сильно отстал по ресурсам. И, тем не менее, соляра зарешала довольно-таки сильно. В общем, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.